Привет, с вами Скорпион, зовут меня Олег. Рассматриваем сегодня небольшой гайд по добыче руды и изготовлению слитков. На карте имеются вот такого рода камешки, рудные камни. Из них добывается, ну когда как, в основном вот по две руды. Далее обрабатываем резаком. Кирка усиленная изготавливается из двух кирок, то есть при объединении двух кирок получается очень прочная кирка. При объединении руды с резаком идет его огранка, грубо говоря. Далее, используя печь, будем отливку делать, то есть создавать слитки. Взаимодействовать с печью нет необходимости. Просто вкладываем инвентарь и ждем. Далее через обогатительную печь обогащаем. И уже обогащенные слитки, очищенные как таковые, продаются гораздо дороже. Всем спасибо за внимание. С вами был Скорпион. До новых встреч. Пока-пока.